Всем привет, с вами снова Твинки, и в этом небольшом, как и всегда, видеоуроке я вам хочу. Много спрашивают, как же сделать вот такую вот штучку. Ну вот она, если кто не видит. Вот. Как же такую штучку сделать? Это не аннотация, это вот такая вот просто... такая небольшая рекламка. Как же я сделать? Ребят, вы... блин, вы как дети малые, вы не знаете, вам лень зайти в настройки и посмотреть, полазить тут везде. Просто заходите в настройки, размещение рекламы in video, и тут вы уже сами разберетесь. Это просто... не знаю... как это можно не знать вообще? Блин, ну, зайдите в настройки, посмотрите. Вот. Я не знаю. Или еще бывают вопросы. Где же скачать Cinema 4D? Ой, не, да. Ну, Cinema 4D тоже. Господи, говорю. Зайдите на santikov.net.com, не помню. Скачайте там. Или в меня жейте найдите. Дальше. Где скачать плагины для Cinema 4D? Я сделал отдельное видео, где все подробно объясняю, показываю сайт, даю ссылку. Еще есть одно видео, да, мне тоже задают очень много, просто уйма вопросов. Как установить эти самые плагины? Господи, я сделал еще одно видео специально для того, чтобы показать вам, как установить плагины. Что тут может быть трудного? Просто зайдите. У меня есть такой плейлист. Немного о. Немного о, то есть там всего понемногу. О разных играх. До всяких мелочей там. Как сделать это-то в фотошопе, это-то что-то там. Ну, все такое. Ну, вот это вот знать. Я даже не знаю. Заходите почаще в размещение, точнее, в настройки. Много всего интересного тут. Иногда обновляется очень много всего. И вот. Как же я сделал такую штучку? Это я сделал в фотошопе. Просто сделал прозрачный фон. Сделал кругляшок. Букву Т там написал. Обвел в этом фотошопе этот кругляшок, обвел. И сделал свечение снаружи. Ну, даже не знаю. Вот я вам даже сейчас покажу. Да, кстати, вы можете еще вот это вот размещать, то есть маленькое видео. Ссылка на видео. Кстати, вот эта штучка очень прикольно смотрится. Да. Так, вот немного о. Немного о. Тут немного бандикам. Профессиональный нетилизм, как увеличить просмотры на YouTube. Паратные обзоры. Так. Вот. Скачать моды и плагины. Как установить плагины и моды Cinema 4D? Разные плагины я тут рассматривал. Стереомиксеры. Ну, это не важно. Тоже вот плагин еще один. Пирамидбой, рецепт Майнкрафта. Перемаш. Как нагрузить себе просмотры? Туп реальные. Создание спрея для КС с прозрачным фоном. Установка использования CalDJ. В общем, вот. Как взломать порой это пока, кстати. Очень полезная вещь. Сами пользуюсь. В общем, вот. Вот. Так вот. Значит, что еще я хотел сказать? В общем-то, все. А, да, еще просьба. Ох, слушайте. Так. Сейчас видеоурок Cinema 4D, значит. Очень популярная, так сказать. И смотрите. Смотрите. Сейчас, так. Дай скайп. Дальше. Скинь ссылку на прогу.
Вот эта ссылка. Она с самого начала здесь была. Дальше. Ой, не на прогу, это на плагин, вот. На прогу. Блин, слушайте, я не могу отвечать всем. Вообще, я не могу всем отвечать сразу же на все вопросы. Что это вообще? Что сделать, подскажи, плюс верхний текст не падает, а нижний просто рассыпается, и все. Господи. Вот, блин, я даже не знаю. Я все объяснял, все показал, даже курсор мой видно, чтобы все увидеть. Вот, блин, я не знаю. Значит, что там еще? Везде просят скайп, дай мне скайп, дай мне скайп, дай мне скайп. Одному дал скайп. Даже в одном видео я спалил свой скайп, и там человек, не знаю, наверное, человек 50 ко мне добавляются и просят: помоги мне Cinema 4D, сделай мне интро. Как я могу сделать интро всем людям, которые меня смотрят? Это... Блин, господи, вы вообще, вы бредите. Еще на все сообщения отвечай. Дай мне скайп, дай мне скайп, дай мне скайп, дай мне скайп, дай мне скайп. Блин! Это вы не представляете, как это невыносимо. К вам, вот вы представьте. Вы сидите спокойно и играете. И тут к вам добавляются в скайп. И звонят вам каждую минуту. Поиграй со мной, помоги мне Cinema 4D. Дай мне ссылку на прогу. О, господи. Покажи мне свой экран, что вы... Блин, ух, ёптанов. Я все у меня видео все сделаны, вообще. Блин, по всем вопросам у меня на все есть видео. Не знаю, блин. Задайте мне какой-нибудь вопрос, на который я не смогу ответить, на который у меня нету видео. Ну, то есть, касаемо Cinema 4D, там всякие плагины, все такое, вот где это скачать. То же самое, дай свой скайп, а интер супер. Господи, вы... Не знаю. Все ссылки понаставил. Где скачать плагины, где сделать это. Вот. Да, кстати, это мой хомячок. Не могу его сейчас показать. Он... Не знаю, спит или... Или сдох. Не знаю. Когда... Без разницы. Я его снял, мне просто делать нечего. Просто, кстати, смотрите, 1080 HD. И в 3D. Вот. А, ладно, значит, я закончил на этом свое мини-заявление. Продолжайте смотреть мои видео, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые, конечно же. Да. Всем удачи. Значит, сейчас я буду записывать мало видео, очень мало. Потому что у меня экзамен скоро, и мне надо готовиться. Я буду сидеть с компьютером очень мало, я буду готовиться к экзаменам. Ну, в общем, вот. В общем, всем удачи. Смотрите мои видео. Всем. А, с вами был Твинки. Всем, с вами был Твинки. Всем удачи. Пока. Пока.